Эстафету добрых дел в дни празднования Наурыза запустили студенты Усть-Каменогорска. Их поддержали педагоги. Вместе они организовали благотворительную ярмарку, а с вырученных средств купили подарки воспитанникам дома малютки и показали им театрализованное представление. Свой выход студенты репетировали неделями. Сказочные герои пришлись детям по душе, и по многолетней традиции особое внимание молодежь уделила одиноким пенсионерам. Для них праздничный концерт. Он так понравился бабушкам и дедушкам, что они пустились в пляс. Такой хороший концерт. Студенты принесли нам и подарки, и сладости. Большое спасибо. Пусть наша молодежь будет счастливой. Студенты отметили, что стараются помогать одиноким людям не только по праздникам, а на постоянной основе.